Итак, всем привет, с вами Глич, и сегодня мы будем смотреть в гача-клубы. Карабаса не хочется, вот, для чего, например, нужен красный? Кот, у него только синий случайно. Да, кот оранжевый. Вот фиолетового не хватает, кого же поменять-то? Мне вот не нужен, нет, зафрин пригодится, может быть, но для чего я, конечно, этого не знаю. Вот не нужен мне, вот, дайте вот тех монстров, то, что я не очень, дайте вот Карабаса вообще заменим полностью на дефитбоя, тех, которых мне не очень получились. Так, ну, мамонта зачем нам, все равно один на одну серию только использовал. Да, для чего, конечно, так, все, так, сквик нам, он мне понравился, он прикольный. Красный, смотрится по-дебильному. Оранжевого тоже еще напомнил, еще у меня самым первым получилось почему-то, а не синий. Так. Красного тоже нам не нужен. Все равно же синий не пользовался, поэтому всех этих мы заменим. Все. Сразу дефитбой. Видя дефитбой просто. Три персонажа, которыми использовались не один раз. Но только если да не знаю, чего сильно мир помогает. Вот. Так, давайте дефитбой еще мы сделаем. Давайте сделаем негр. Не, давайте обратно дефитбой. Так. Что мы будем делать? Давайте, о, может, просто бойфренда для чего-то. Хотя бы и нет, в принципе, можно. Можно сделать, в принципе, обычного бойфренда. Не знаю, конечно, для чего, если у меня так есть я. Но зачем, я не понимаю. Ладно, и так сойдёт. О, я. Вот, примерно, такая прическа. Это для других персонажей. Вот такая вот прическа. Это вот этого. Будем искать вроде на 9-й тут нужная штука. Нет, я уже забыла, тогда какие было. Мой чупчик. А вот на 15-й. На 15-й страниц, короче. Буду подублировать понемножку пониже, вот так вот как-то. Делаем все голубое. Самый яркий берем. Не бледный. Тут мы заменяем на голубой. О, уже почти похоже, да? Согласитесь. Вот не надо, что делать буду бойфренда. Непонятно. Волосы сзади точно еще нужны. Вот. Пока на бойфренд не очень похоже. Так вот, убираем. Я же таки тогда вот эти глаза использовал. Это тоже прикольные. Странные тоже. Ладно. Это что новобного? С бустеров Bubble Stars? Вообще без глаз можно его. Года Херабрина. Не знаю, для чего. Можно мультяшные. Как у Микки Мауса. Можно вот такие вот. Но лучше у него стандартные. Тут ничего не поможет. Так, ладно. Фейс. Можно ему добавить какую-нибудь, ну, веселую, вот, примерно такую. Все, теперь самое важное, да, одежда, так. Кепка. Знаю, какая у него кепка, поэтому я сам недавно... Фу, это было давно, на миллиард лет назад, вот. У нас же кепка назад, да? Может, такую прикольную? Не, надо особенную кепку. Чтобы она тоже была назад, ну, в принципе, это сойдет, но только что волосы мешаются. Волосы кусаются. Это странное. Во, некоторые используют вот это вот.
Думаю, что она подойдет гораздо лучше. Мне так не кажется. Это наоборот какао. Вот. Лого можно просто покрасить в красный цвет. И поставить тут на двойку сейчас. Оп-оп-оп-оп. Хоп-хоп. Во! Красота. А теперь другое лого какое-нибудь. Так. Ну. Может, какое-нибудь любое. Главное, чтобы было круглое. Может, на этот лого. Такое вот. Не вообще смотрится. О, примерно такой. Неплохо получается так. Тоже белым красим просто. Делаем обычные рукава. Тот мы просто красим в синий. И потемнее. Да, вот такой вот цвет. Так, ему надо обувь найти. Вот такая вот. Тут просто вот это красим в красный. Вот это посветлее. Ну, чего-то не хватает. Кажется, он кого-то не тот. Ну и ладно, не знаю для чего. Так, можно же тут настроить, да? Можно настроить ему. О, красавчик. Так, ну, ему чего-то рев не хватает. Чтобы он был более нормальным. Это что это? Слишком простой бойфренд. Он даже на бойфренда почти не похож. Так, уж что ему в прическе поменять надо ему? Ты тут так подровнять тут, чтобы было видно. И вообще ему этот взгляд в лица не подходит. Я всегда такой вот брал. Просто будет такой вот. Ну, может, такой, но тут всем странно, поэтому... Не, даже улыбаться не очень хочется, чтобы я на это смотрел. О, ну, смотрится неплохо она. Не буду. Может, надо микрофон поставить, чтобы было более-менее. Во, вот так тоже гораздо лучше. Так, а тут как светлее. О, красотища. Так, один персонаж готов. Может, я даже варю использовать не буду. Вот я вот учился хорошо. Так, что вы теперь будете следующий дефект боя? Может, надо теперь больше зачёлочку сделать? Так, цвет кожи будет тоже бледный. Так, теперь черный. Так. Ты какой у него цвет волос? Такой, что ли? Нет, он вроде более потемнее. Так вот. Примерно такой цвет. Нет, вот такой вот. Чуть темнее надо сделать. Вот цвет, конечно, ну да ладно. Как цвет совпадает, так. Просто покрасим в черный. Рачки уберем. Не знаю, какие поставить. Вот такие. Надо так их побольше сделать. Они слишком маленькие. Вот. Есть что-нибудь похожее более на это? Как тут? Можно черепка... Черепа поставить, что она предлагает. Смерть! Как тебе поставить? А, во. Ну, прям в глазах ярость. Она прям жаждет. Прям так смотри, будет на мой, прям на ё-моё. Мне будет даже немного страшно ему будет. Так, ну нам нужно только так. Нам нужно вот это вот. Майка. Это мы уберем. Может, у нас будет девочка.
girlfriend. Так, примерно такого цвета у нее вот. Рукава у нее вроде нету. Так, ей нужна юбка. Нет, большая. Вот. Примерно такая. Остальные уберем вообще. Может, какие-нибудь маленькие найди. Вот. Нашел. О! Красота, еще так надо вот носки убрать. Шед прям в глазах, все. Смотрится неплохо. Телка прям вообще блин. Я буду назову так, как и в оригинале. Хорошо. Д. Все. Что-то у меня выпуск какой-то по фунуфу. Надо что-нибудь другое сделать. Боба может рил. Давайте ему как раз так-то можно просто только руки убрать. Вот здесь можно. А, это что, на голову убирать? Во. Ой, так. Лицо не надо убирать. Во, первую руку убрал. Оп-оп. Все. Делаем его очень маленьким. Делаем максимально большую голову. Максимально я большой. Так. Не надо по-другому, чтобы было понятнее. Так. О! Надо Бобу нормальную улыбку. Ну, конечно, опять я по фунуфу не знаю, как персонажей делаю. Их потом, может, за кадр заменю на других. Ну, может, при вас. Не знаю, как получится. Я думаю, пошире улыбку надо ее вот так вот еще скривить. О, щип готов наш Боб. А, точно, у него же руки есть. Ну, то у него не есть, но только они непонятные. Я потом их добавлю обратно. Так. Ну, зачем мне делать рукава такими? Ну, так у него нет, конечно, ног. Смотри. Ладно, давайте мы вернем руки ему. Будет Боб такой непонятный у нас. А ладно, давайте его сейчас заменим обратно на этих двое. Ну, бойфренд и тёлка. Сквик у меня есть, надо еще Эдгара сделать. Нет, я когда-то был, забыл уже. Но доктор Лиш вообще прям шикарно получился. Может, делаем фейка скула? Нет, пускай их больше там не хочется. Так, ну. Ну что мне там делать тут? Кого же мне создать-то? Точно! Хуги-буги! Так. Так, вот это. Не вот это.
Ой, куда их убрал? Глаз так, на другой. Кривой какой-нибудь. Дорогой вот. О. Не. Как вернуть его? Блин, у него другие глаза цветом так. Ну ничего, ну другие должны быть. Ой, не черные так-то. Чуть-чуть видно. Так. Вот примерно такие. Ноль. Так. Пуговицы. Черный пуговиц смотрится крипово. Поэтому возьмем. Такие это нет. Человеческие глаза. Нам нужны примерно какой игрушки. Такие ему со стороны. А вот что-то что-то стандартное. Чего и нет. Ему подходит, надо такую улыбку какую-нибудь пошире, чтобы он еще улыбался. Во. Прям вот эти большой, широкой. Ва, какая же красота прям. Подождите, еще не все в волосах сделано. Надо хвостик. Так, сзади. Ну, было странно. Точно на него похоже, ладно. Так, также все, скажем, один тот же цвет. Так, во. Это хвостики. Двойные прям. Большие их. Двойные вот такие, да-да-да. Такие нам хвостики нужны, потому что чтобы взять более нормальную форму хуги-вуги. Теперь мы их приплюснем. Нет, так вот побольше поставим. О! Просто прикольно, кстати. Почти идеально так. Ну, вроде приплюснем их вот так вот. Чуть-чуть приплюснем. О! О, как близко поставить-то. А, все, понял. Начало вот тут. Как тут-то. Алло, ехать отдельно, да? Да просто мы их сделаем маленькими. Вот, вот такие. О! Нормально. Давай еще что-нибудь подрегулируем. Тут ничего почти нельзя так. Мы, считай, почти все сделали. У нас головой мы уже почти закончили. А, точно, у него должны быть губы. Ну ладно, она будет злой хуги-вуги. Так, в шапках ему ничего не надо. Тут тоже вот. Тут вот надо вот. Взять что-нибудь такое, похожее на шерсть. Так. Что-то похожее на шерсть есть. В клеточку. Еще с птичками. Такое можно, в принципе. Вот, вот такое вот. Не надо быть вот такого. Все покрасим в синий, блин. Теперь просто найти большие длинные рукава. Можно же теперь покрасить просто в синий. Полностью в синий. Сейчас бы найти лапы. Ищут, походу, немножко не так делаю, да? Можете посказать в комментах, что. А, я уже, кстати, сам догадался. Что я делаю не так? Так, надо рукава другие. И надо добавить ему перчатки, чтобы можно было понять. Так, вот все перчатки вот стандартные берем. И красим это в желтый. Все, у нас в желтый почему-то покрасилось. Тут нет. Все. Все. Хуги-вуги готов. Хуги-вуги. Хуги-вуги. Ура, я сделал хуги-вуги. Осталось такой же киси-миси сделать. Не знаю, что мы хуги-вуги. А, то есть надо же побольше сделать-то. Высота максимальная. О, вот так вот. Отлично. Немножко приплюснем. Гоу поменьше, вот такой вот примерно. Во, красавчик!
Я сделаю аж 3 персонажей. У нас 6. Можем парочку. Давайте сделаем еще крисмись. Ну что, немножко приплюснем. Вот. Как-то. Так. И не настолько приплюснем. Чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть. Вот. Так, вот. Мы как нормально тут. Так, ну голову можно поменьше чуть-чуть. Это, а где тут розовый? Вот розовый. Ох, какой красивый цвет. Поехали, девочки, с Кисимиси. Так. Ну, с Кисимиси надо сделать то же самое, как и с Хаги-Баги. Берем вот это, берем вот это. Сзади тоже можно так же. Ищем сначала все подходящее. Вот эти хвостики. А, вот они. Так. Все, мы нашли все нужное. Пришлю, так кажется, в максимально розовый цвет. Чтобы получилось красиво. Так, это опять же красивый розовый. Так. Тут тоже надо покрасить все в розовый. Кстати, розовый прикольный цвет. Вы думаете, что он плохой? Но нет, мальчикам идет розовый. Так, ну, осталось это все подрегулировать. Так, это делаем поплюще. Делаем вот так. Делаем побольше, именно максимум. Делаем вот так. Это вообще чуть-чуть приплюсиваем. Ладно, делаем вот так. Вот так. Теперь капельку поменьше. Мне надо голову капельку побольше. О! Считаю, уже почти кисмиси готова. С головой мы вроде справились. Теперь надо же такие же, ну, глаза. Как у Хуги-Вуги, так. Так. Значит, выбираем, вообще, какие там глаза были у Хуги-Вуги-то. Да, стандартные. Ну, ладно, пусть будут видны брови. Перенадать этот же рот. Хопа. Делаю максимально гигантским. Ох ты. Тут у нас получается красавица. Всем она нравится. Так, вот это же берем сразу. Вот. Да, вот это, да. Так, убираем на мальчика. Тут убираем. Идем все опять розовое. Ну вот не видно, что она. Так, вот этот вот давай. Возьмем вроде ровноват. Вот так вот, а счет не видно. Так, штаны. Тоже так же розовые. Все розовое. Такую же обувь. Так. Такую же желтую обувь. Всю пусть покрасим желтый. Так, теперь опять ищем перчаточки. Хоп-хоп. Красим их в желтый. Тут чуть посветлее. О, все. Кисси-миси. Все. С максимально высокой сделать это. Чё я забыл про самое важное высокое. Все. Немножко приплюснем. Голову опять же поменьше. Но. Но никаких вообще отличий нет. Все. Неплохо. Ну, может, что-то сейчас сделать какой-нибудь особенный персонаж. Ай, ладно, давайте еще тише сделаем. Все равно последний персонаж остался. Будет неплохие персонажи. Может. О, аудитор, точно. Аудитор вы, наверное, даже не знаете. Так, тело, так, черный. Полностью черный. Тут у него волос нет, но мы можем их добавить.
блядь, полностью лохматым. Примерно такие или вот такие. Ну, возьмем вот такие. Также вот тут. Сзади тоже обязательно добавим. И с этим полностью черным. Получается просто негр какой-то, который это трубочист. Трубочист, трубочист. У него башка чист. Берем вот такие глаза, они нам впервые пригодились. Но, конечно, их не видно, поэтому мы их просто покрасим в красный. Чтобы их было видно полностью. Конечно, так-то не полностью черные надо будет. Во! Во! Прям похоже стало. Так, надо их поменьше сделать, чтобы их было видно. Ой, а тут пошире, вот тут поменьше. Кстати, у него рта нету, да? Если вы не знали, так. Дальше мы переходим к одежде. Ну, то она просто все покрасит в черный. Вот берем вот такие вот рукава. Все красим в черный. Тут уже черное. За нас прям делают. Во! Надо майки просто убрать. Так, теперь штанишки. А, точно у него еще и ног нету вот так-то. Не, верхние. Руку убираю. А, не. О, полностью ногу убрал. О, во. Как-то примерно вот так. Типа опять же черным. Вся черная. Ну, можно ему просто делать вот такие вот ботинки, кстати, покрасить можно. Так, так и вот так. А, точно, второй же, наверное, второй. Ну, все равно видно, что они не полностью черные, поэтому вот такие вот возьмем ботинки. Я про самое важное забыл. Кто так, вы бы не поняли, кто это. Так, где тут нимб-то? Алло. Где нимпы-то? Сели, что ли? Алло, нимпы, вы где? Так, буду присматриваться в каждую деталь. Какие тут у нас вообще шляпы? А у нас тут ничего и нету. Что за жопа? Ой, что это, скафандр, что ли? Ай. Ну, где мы положим на эти нимпы? Давай тогда здесь. Может, тут что-нибудь будет? Нашел. Ну, только такой, ну. Можно его, в принципе, просто покрасить в красный. Полностью в красный. Так, вот. И тут еще в красный. Сейчас мы можно, да, его можно повыше поставить. Поставим его выше головы. Ну, на аудитора не очень похож, конечно. Но надо ему тут подредактировать. Короче, да. Подредактировали, так. Тут много чего спрятали. Так. И тут надо с одеждой как-то немножко не так. Она просто неровная. Вот такая футболка. Все. Надо теперь ему дать оружие. Так просто сюда. На другую сторону пистон поставить надо. Вот в эту. Аудитор. Все. Вот такая была серия. Всем пока! С вами был Жекус. Тьфу. Глич, я уже забываю. Все.